такой виджет, королевские часы, достаточно красивый. Активируется он и вызывается, как все виджеты. Вызвали, листаем, мы находим. Вот он предлагает нам рояль клок 2 на 2, 3 на 2, 3 на 3, 4 на 3. Сначала выберем 2 на 2. Выбирает выбрать вид. Достаточно красиво. Можно выбрать Рада, Омега, Патек Филипп, Зенит. Что еще нам предлагает? Ролекс. Ролекс возьмем. Давно хотел иметь Ролекс. И вот такое появляется приложение. Странное. А где дата? Ну а что от этого приложения бесплатно требовать? Только так возможно. Переместим его по центру. Так, а если мы выберем побольше, не который 2 на 2, а 4 на 4, может что-то изменится? Давайте этот я удалю. Снова нажму виджеты. И выберем Royal Clock 4 на 3. Угу, выбираем. На этот раз мы Омегу возьмем. Вот такие большие, конечно, часы. Большие. Мне показались кривые какие-то. Но не сказать, что они качественно сделаны, кстати. Видно, как будто их рисовали на уроке рисования, мне кажется. Может, так часы Омега выглядят, но не знаю. Не очень часы правдоподобно выглядят, мне так кажется. Вот такое приложение. А давайте еще одно приложение посмотрим. Тоже в виджетах находится. Animated Analog Clock. Select Style можно выбрать. No, недоступны. Вот это Download загрузить. Modern, Sense, Class. Давайте вот этот загрузим. Загрузка. Ну, это пошла процедура. Не нужна она нам. Окей. И вот у нас появляются такие часы. Ну, там было три стиля. Можно поставить. Не знаю, мне не особо нравится. Все слишком просто, хотя может в этой простоте и красота определенная. Так, ну там было три стиля, вы видели. Может быть еще что-то в виджетах есть. Какие-нибудь часики красивые. Да нет, все что вот сейчас скачал, посмотреть ради интереса, самообразования. То и посмотрел. Вот такие двое часиков, два приложения. Их правда миллионы в Android маркете. Можно скачать и установить.